Всем счастливого привета из четверга, друзья мои! Как ваше настроение? Меня зовут Дмитрий. Это канал «Вместе к успеху мечты». Смотрите, какая красота сзади меня. Вот я специально подошел к этой березе. Здесь недалеко объездная. Я только что немножко пробежал. И сейчас мы будем жечь. Каждый день мы делаем разбор полетов, каждый день мы занимаемся спортом, каждый день мы штурмуем свои мозги, каждый день мы становимся лучше, богаче, успешнее и продуктивнее, друзья мои. Вы готовы стать сегодня еще более лучше, еще более успешнее и еще более богаче. Поэтому вы пришли по адресу, друзья. Сейчас небольшая зарядочка, и дальше мы раскроем суперскую тему. Сегодняшняя тема будет называться «Живите в радости», друзья мои. Живите в радости. Вот какая сегодняшняя тема. Поэтому сейчас быстренько зарядочка и погоним. Поехали. Хоть и 7 градусов, ну, по крайней мере, мне телефон так показал. Ощущается на солнышке вообще градусов так 15, скажем так, где-то раза в 2 больше даже. Солнышко очень хорошо греет. Ну, в тени, на природе, вот здесь тоже особо морозности не ощущается. Здесь листва, деревья замедляют ветер. Если на объездной ветроган такой полнейший, то здесь так более спокойно. Хочется показать все-таки. Потрясно. Небо такое яркое, сочное. Супер. Руки немножко перекачал, так они аж чуть-чуть немеют. Ну, млеют. Ну, те, кто занимается, они меня поймут. Ну что, друзья, поехали, погнали зажигать. В каком-то из видео мы уже определились, что самое главное в нашей жизни. Это вот эти вот эмоции. Счастье, получать эмоции счастья. Все идет к этому. Мы все стремимся к этим удовольствиям, которые приносят, соответственно, эмоции счастья и радости. Посмотрев вокруг, мы наблюдаем не самую идеальную картину, да? Мир меняется, мир переполняется негативом, если ты обращаешь на это внимание. Еще раз повторюсь, если ты обращаешь на это внимание. То есть именно важный фактор тот, на чем ты концентрируешься. Ты концентрируешься на негативе, и у тебя появляется еще больше таких ситуаций, которые вызывают, это же, ну, подтверждают. То есть вокруг обстоятельства ищут подтверждения, и они приходят. Приходит еще больше обстоятельств, которые подтверждают твои эмоции негатива, друзья. Когда мы перестаем думать негативно, ну и, соответственно, либо будем думать нейтрально, ну, то есть не вызывая никаких эмоций, либо же мы будем думать в позитивном ключе. Очень важно перестать мыслить негативно и начать думать позитивно, начинать реагировать на обстоятельства, которые вокруг нас, именно в позитивном ключе. Начните реагировать на обстоятельства в позитивном ключе. Чтобы получить частичку радости, нужно себя настроить
на эту радость. Нужно настроить себя на красоту. Давайте мы сейчас быстренько настроимся. Смотрите, вот я вам сейчас покажу, да? Это одна из ситуаций, которая вызывает эффект радости, да? Когда ты смотришь, любуешься природой, любуешься творением вот этим мирозданием нашим, да? Ты не можешь не радоваться. Как можно не радоваться вот такой вот красоте? Посмотрите. Душа просто поет, расцветает. Ей еще больше хочется расцветать. Красивейшая красота. Просто красивейшая красота. Но по-другому это описать нельзя. Так вот, друзья. Чтобы жить в радости, нужно переполняться. Нужно искать те моменты, которые тебя будут переполнять радостью. Переполнять будут тебя непосредственно вот этими вот ощущениями благодати, ощущениями счастья, ощущениями наполненности и переполненности. Вот эти ощущения, они очень важны, они помогают тебе поднять настроение, они помогают тебе воодушевиться, ты начинаешь чувствовать себя легче, легче максимально, то есть хочется чувство полета такое, да, есть такое. Прогулки вот такие на природе очень помогают ощутить радость. Ощущения здесь и сейчас тоже помогают ощутить радость. Все удовольствия, которые приходят к вам в жизнь, тоже помогают ощутить радость. Выпишите все себе удовольствия, если вы еще до сих пор не сделали. Напишите себе все удовольствия. Когда вы напишете, начинайте каждый день это прочитать. Я опять буду возвращаться, сколько раз я говорю, пишите. Пишите и читайте. Пишите и читайте, что вы написали. Обязательно. Все удовольствия в голове не удержишь. Ты каждый день какие-то события происходят, которые приносят тебе удовольствие. Нужно именно концентрироваться на этом, и этим ты настраиваешься. И когда ты настроишься максимально на радость, на удовольствие, на позитив, у тебя просто места не будет для отрицательных эмоций. И какое бы событие вокруг тебя ни происходило, хотя, когда ты настроишься на позитив, я вам открою маленький секрет, когда ты настроишься на позитив, тебе перестанут приходить негативные обстоятельства. То есть ты внутренне настроен на позитив, и обстоятельства, которые негативные, они будут исключаться из твоей жизни. С одной стороны, ты просто будешь, если оно появляется, реагировать на них в нужном ключе, в позитивном, то есть решать вопросы и чувствовать себя счастливым, когда ты этот вопрос уже решил. Вот. А с другой стороны, негативных обстоятельств будет меньше. Смотрите, супер ягоды. Я вам сейчас покажу эти супер ягоды. Если кто знает, напишите. Я не буду ее попробовать. Очень интересные какие-то ягоды, такие вот яблочные, ягодные, не ягодные. Вот. Кто знает, напишите, что это за ягоды. Может, буду завтра здесь их попробую. Ну, возможно, что-то даже съедобное. Поэтому, друзья, кстати, сзади вот церковь с левой стороны, ощущайте себя максимально в радости. Ощущайте себя в максимальном изобилии. Переполняйтесь живучестью, переполняйтесь счастьем, переполняйтесь любовью, переполняйтесь воодушевлением, переполняйтесь всеми вот этими качественными, положительными, чтобы вы чувствовали себя на вершине горы, на вершине мира, с гордостью за себя, с гордостью за свою жизнь. При таких ощущениях
позитива будет больше в твоей жизни, ситуации, которые будут тебя вести к успеху, будет больше, счастливее и продуктивнее, друзья. Желаю вам счастья, здоровья и успехов в этом дне, максимально его прожить, чтобы вытянуть из него все позитивные эмоции, чтобы наполниться, переполниться и раздать. Наполниться, переполниться и раздать. Вот в этом наша вся сущность, друзья мои. Поэтому подписывайтесь на канал, понравилось видео, ставьте лайки. И увидимся завтра, как обычно. Будем сжечь, как обычно. Все в супер ключе. Поэтому, друзья, до новых встреч. Пока-пока. Счастливо!